Всем привет! Давайте посмотрим, что там у нас получился за торт из кукурузных палочек. Прошли практически сутки, как он стоял в холодильнике. Честно, не открывал, не смотрел. Давайте барабанные дробь. Открываем, поднимаем кастрюльку. Так, уже неплохо. Снимаем. Ну, у меня это были пакеты, пищевой пленки не было. Ну, вот такой вот тортик получился. Вот такой вот торт получился. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.